индюшки не такие уж тупые. За вратами сад лежит. Там отец нас сохранит. Работа, да, приятель? Ты лишь за мной иди скорей. Я знаю, ты делаешь все, что... Я слышала какие-то взрывы у старой шахты. Думала, это сектанты, а оказалось, что какой-то идиот со своей съемочной группой. Спросил, не хочу ли я сняться. Мне всегда нравилось в холм. Помню, отец брал меня сюда на рыбалку, как губернатор. Продал я. Чувствую запах хвои. Нет, на тяжкая у тебя работа, зато... Да уж, не Алама. Надо ему помешать. В сопротивлении меня прозвали Док, как будто это очередная серия Мэш. А я ветеринар. Мне приходится все время вынимать пули, зашивать раны, вправлять кости, отговаривать самоубийц. Это не мой формат. Я учился ковыряться во внутренностях коров. Но, наверное, какая-то польза от меня есть. Все это не скоро закончится. Надеюсь, веслоносы в этих местах не вымрут. Ловко ты провел. Атаку!
ты такой? Сюда нельзя посторонним. Это моя идея. Погоди-ка, хочешь сняться в кино? Конечно, хочешь. Ты решение всех моих проблем. Мальчик из провинции, то есть ты, появляется как раз вовремя, чтобы выручить всемирно известного режиссера Гая Марвела. Это я. Я тружусь над этим шедевром уже 4 долбанных года. И я не позволю его угробить идиотам без кинематографического видения. Знаешь, сколько наград получит Кровавый Дракон 3, когда мы его доделаем? Ты издеваешься надо мной? Ты из юридического отдела? Вали отсюда! Не люблю повторяться. А теперь... Знаешь, сколько наград получит Кровавый Дракон 3, когда мы его доделаем? Ха-ха! Все! Только вот в этой дыре децибелы зашкаливают. А мне для этой сцены нужна абсолютная тишина! Давай, стань героем дня. Мой помощник расскажет, что делать, а я пока немного подумаю о своей гениальности. Эй, это ты тут за охрану отвечаешь? Слушай, я не помреж, а звуковик. Дин меня зовут. Этот придурок уволил помрежа, когда тот отказался взрывать коров. Теперь его гениальная идея — снимать типа немое кино, только со звуком. Так что можешь себе представить, что здесь творится? В дебрях Монтаны очень шумно. Ну надо же, тут гремит как на заводе. Устрани источник шума. В прямом смысле устрани. Слышишь клаксон? Вот о таком шуме я говорю. Иди разберись. Любыми средствами. Слышишь клаксон? Иди займись. Возвращайся. Поищу еще источники. К северу проблемы. Кажется, стрельба. Давай туда. Скоро ты я...
Откуда этот звук? Подстрелили! Признай, ты тоже веришь, что... Покидай бойся! Нужна моя помощь! Врача, срочно! Тебя ждет встреча с дьяволом! Бегу вперед! Смотри, вон он! Похоже, никого нет! У них нет предметников! Да, детка! Возвращайся! Мы не закончили! Да чтоб мне провалиться! Тут грузовики с музыкой! Они привлекут ангелов! Избавься от них и от грузовиков!
подтягивайся к нам. Гай тебя расцелует. Он в таком восторге, что даже возбудился. У тебя талант, парень. Эти слюнтяи из Голливуда могли бы у тебя поучиться. Ты показал решимость, накал! Даже страшно! Я ж в штаны наложил, но мне понравилось. А теперь я начну творить свое волшебство! Кровавый дракон 3 станет шедевром! Ну, должен стать шедевром. Сколько можно работать над дерьмом вроде Far Cry? Я лучше сварю в кипятке свои яйца, чем буду слушать мнение насчет создания мира, мотивации игроков и правдоподобности. Я просто себя прикончу, клянусь. И нет, я не пошутил. Пошел вон. Это закрытые съемки.
Эта стоянка важная точка. Пумы наведут там порядок и будут охранять этот район. А заодно нам будет где заправиться. Молодчина, салага. Вот, тут можно свои уровни делать. Что нам делать, чтобы не бабку? Эти ублюдки забрали весь бензин. Они перелили топливо в свои бензовозы. Найди один бензовоз и пригони сюда. Судя по слухам, он стоит около старой закусочной. Нужно восстановить работу на этих заправках. Мы будем защищать стоянку, а ты верни бензин. Я делаю патроны сама. Уже столько денег сэкономила.
опять? Что за... Помогите! 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 Нам, мафия! Не забывайте, единственный путь к миру – это много войны. Успокойся. Я тебя быстро починю. Да, доктор Твик поможет. Ага. Грядет новый мировой порядок. А ты знаешь, о чем я? А, зови меня Тик. Ну, вообще-то я Аарон, но к чему тебе этот официоз, верно? А, да, я тоже считаю ни к чему. Так что вот, да. Ты не из сектантов. От тебя исходит антисектантская аура. Знаешь, я тут работаю кое над чем, ну, для людей вроде тебя, борцов с сексом, сектой, секретно. Я считаю себя профессиональным химиком-любителем и могу сделать тебя крепче, лучше, быстрее и сильнее. Слышишь? Как олимпийцы. Мои препараты скорее усилители, чем дурь. Нравится идея, а? Нравится? Так и есть. Вот только нужны ингредиенты, а они, знаешь ли, под ногами не валяются. Жестокий мир. А я бы сам набрал, но я немного занят. Если что, найдешь меня в процветании. Нет, это не состояние. Это маленький городок к юго-востоку отсюда. Нам только ангелов не хватало для полного счастья. Все с ума посходили. Целый день.